Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим с вами о Kardian Snowcross 2. Эта резина новая, представлена она была в 2018 году, на полках начала появляться где-то в июле, в августе 2018 года. Соответственно, это первая зима с 18 на 19 зимний период, когда эти шины начали эксплуатироваться. Потихоньку начинает появляться какое-то мнение по ним у людей на форумах и на всяких площадках, появляются отзывы об этих шинах. И сегодня я вам решил рассказать, что же люди пишут про эти шины. Итак, сразу сначала скажу минусы. Минусы явных у этой шины два. Ну, как пишет народ, сам я на них, конечно, не катал. Вот, но если бы мне представили комплектик Кардиат, я бы их покатал и уже рассказал бы свое мнение, естественно, так сказать, личное, независимое. Ну, а пока приходится полагаться на отзывы других людей. Итак, два минуса у нее явных. Это первый, это шумность. Но обращаю ваше внимание, что, возможно, люди, которые писали эти отзывы, еще не прошли обкатку шины. Возможно, они там 2-3 дня поездили и давай строчить сразу гневный отзыв, что она гудит, шумит, там как самолет, вертолет. Возможно, не прошли обкатку. Но, возможно, на самом деле эта резина шумновата, так как предыдущий Кардиант Snowcross первой модификации тоже не отличался особо тихим ходом. Тоже была шумная резина. Возможно, это также шумная. И еще несколько людей написали минус того, что эта резина плохо себя показывает в колее. Очень плохо едет в колее. Хотя у нее, как видите, есть, так сказать, боковой зацеп, чтобы она с колеи выскакивала нормально, себя там чувствовала. Но, как ни странно, люди отмечают эту проблему, что шина плохо себя ведет в колее. Вот. Это два основных ключевых минуса, ну, лично для меня, естественно, которые я почерпнул из отзывов других людей. Вот, а теперь по плюсам. Все пишут, что эта резина очень хорошо тормозит по любой поверхности, не проскакивает колеса, то есть не прокручивается при торможении. С торможением все отлично. Дальше. Она очень неплохо гребет по снегу, выкидывает снег. Вот эти вот у нас снеговые карманы работают очень неплохо. И, естественно, у нас самый верхний слой, он мягкий, видите, как хорошо работает. И цепляется она за любое покрытие достаточно неплохо. В принципе, что можно по ней сказать? То, что по городу на ней можно свободно передвигаться и даже по снегу, ну не по совсем глубокому, так по небольшому, сантиметров 15 снегу, на ней спокойно можно грести и ехать. Соответственно, еще боковина. Боковина у нас мягкая. Некоторые люди отметили это, что очень мягкая боковина. Но ни одного я не увидел отзыва, чтобы ее там порвали, напороли на что-то, она разорвалась. Такого еще не было. Но, возможно, просто еще никто с этим не столкнулся. Вот, итак, что можно констатировать? Прекрасная резина, подходит для города, по трассе и по небольшому снегу поковыряться на ней тоже можно. За свою цену достойный вариант. Минусы: шумная и плохо держит колею, как говорят люди. Ну, возможно, они не обкатали эту шину, поэтому она шумная. Но насчет колеи ничего не могу сказать, из-за чего это происходит. Хотя вот еще раз покажу, у нее есть на боковине как бы зацеп, чтобы выскакивать с колеи нормально. Вот. Вот такие отзывы про Kardian Snowcross 2. Стоит она достаточно недорого, свои функции выполняет. Рассматривать к покупке можно. Так что, ребят, вот так. Подписывайтесь на канал, если хотите. Если понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там много чего интересного. Будут опросы, розыгрыши, будет много дополнительной информации. Пишите
свои вопросы в комментарии, что хотели бы узнать, то можешь про какие-то шины рассказать или еще что. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи, всем пока.